общество должно продолжать продвигать мир и создавать условия, которые бы благоприятствовали политическому урегулированию кризиса. Некоторые государства должны незамедлительно прекратить подливать масло в огонь, а также воздержаться от подрыва дипломатических усилий, к которым прибегает международное сообщество. Госпожа председатель, кризис на Украине вскрыл простую правду. Как неоднократно говорил президент Си Цзиньпин, человечество является сообществом общего